Чай это машина? Так, я в душ. Подожди. Алис, я твой друг. Ты мне, правда, можешь доверять. Ясно. Даже если ты начала принимать наркотики. Или, может быть, ты попала в дурную компанию какую-то. Или у тебя взрослый мужчина. Нет. Я тебя прошу, просто не ломай свою жизнь. У тебя все впереди. У тебя длинная, счастливая жизнь впереди. Мама, отойди, мне надо выйти. Алиса, ты сейчас мне все расскажешь? Или знаешь, что я сделаю? Я пойду в полицию. Они найдут этого мужика и посадят его, потому что ты несовершеннолетняя. Вас всех посадят, и тебя тоже, ты меня поняла?